Картина «Дилетант» написана в сатирическом стиле, но сатира бывает тоже разная. Эта картина показывает добрую сторону этого жанра. Работа получилась немного даже насмешливая. Произведение показывает художника, который закончил работу над своим произведением и теперь оценивает его. Скорее всего, художник начинающий, он считает, что у него есть определенный дар, талант к живописи. Выглядит он очень самодовольным. Рядом с ним стоит его жена с маленьким ребенком на руках. Женщина пытается найти в картине изъяны, недостатки. Она пытается оценить с точки зрения своего вкуса работу супруга, но, судя по всему, тоже мало разбирается в творчестве. На стенах комнаты мы видим и другие работы художника, которые являются главным действующим лицом картины. Они тоже не представляют никакой культурной ценности. Если, например, показан морской пейзаж, то нарисован он достаточно невнятно. Сюжетной линии в нем нет. На другой висящей на стене картине изображен чей-то портрет, который выполнен на примитивном уровне. Здесь изображен неясный силуэт. Линии нечетко прорисованы. Скорее это можно расценивать как набросок, чем как на полноценную работу. Картина показывает зрителям, что рабочее место творца оборудовано в темной комнате. На окнах видны очень плотные черные шторы, которые почти не пропускают дневной свет в помещении. Свет от лампы падает не на его работу, чтобы лучше освещать мольберт и создавать условия для плодотворной работы, а на художника, который откинулся в кресле. Весь образ его выглядит очень надменно. А ведь именно от того, как организовано рабочее место, зависит часть успеха работы. Свет должен падать с правильной стороны и отражать все детали работы. Краски, которыми Перов пользуется в данном случае, также не свойственны для него. По-видимому, это специальный ход, показывающий, как рабочее место мастера не должно быть настолько мрачным.